Ковин. Обратите сегодня внимание на новые партнерские предложения, как деловые, так и личные. Они могут оказаться очень перспективными, выгодными и сделать вашу жизнь намного более благополучной и интересной. Телец. Новые начинания, которые вы сегодня затеете, могут оказаться не столько успешными, как ожидалось, поскольку неожиданные события, о которых вы не могли знать заранее, могут довольно негативно отразиться на исходе дела. Близнецы. Сегодня вы сможете продемонстрировать свои способности и таланты, которые станут настолько очевидными, что окружающие рядом с вами будут выглядеть совершенно неэффектно. Рак. В этот день даже самое неинтересное дело вы сумеете превратить в увлекательное занятие, так как внесете творчество и фантазию в свои действия. Лев. Сегодня вы должны стараться не сокрушаться и переживать по поводу совершаемых ошибок, а постарайтесь побыстрее взять ситуацию под контроль, чтобы найти выход из создавшегося положения. Дева. Вы будете остро чувствовать скрытую ложь собеседников, даже если внешне они будут вести себя безупречно. Простите им эту слабость. Возможно, незнание сбережет вашу нервную систему. Весы. Вы будете сегодня готовы свернуть горы, однако можете выбирать для реализации бесперспективные дела и устремляться к ложным целям, и это значительно снизит эффективность ваших действий. Скорпион. Поменьше волнуйтесь из-за того, что не успеваете сделать все запланированное. В противном случае перенапряжение может привести к ухудшению самочувствия, что, согласитесь, совершенно не кстати накануне выходных. Стрелец. Принимая сегодня важные решения, вам обязательно стоит представить, как именно могут отразиться на вашей повседневной жизни и отношениях с людьми новые перемены. Козерог. Главное требование на сегодняшний день, чтобы вы действовали обдуманно и осознавали ответственность за те обстоятельства, которые готовы на себя взять. Водолей. Это подходящее время для того, чтобы пересмотреть свои жизненные цели, а также попытаться преуспеть или продвинуться вверх по социальной лестнице. При этом, чем выше будут ваши устремления, тем большего вы сможете добиться в будущем. Рыбы. Вы будете склонны принимать самостоятельные решения, поэтому вам удастся воплотить свои решения в жизнь именно в таком виде, в каком вы их сегодня задумали.